Привет, мои дорогие! Ну что, идет дождик сегодня, причем так плотненько. Поеду сейчас к Лавке удовольствия, к Саше Манкевичу. Саша мне всегда делает скидки, спасибо ему огромное, потому что я покупаю много товара. Так, друзья, что у нас по продажам? Вчера раз-два, за три дня нехило так. Где-то продаж, наверное, 12-15 где-то. Не. Больше, потому что я договорился. А, на Виолете я продал еще часы, три штуки. И с парнем договорился на понедельник. Он все забирает. То есть итого, наверное, минимум 15, это минимум. Там только, если по единицам часы считать, их 6-9 штук. Тогда около 20. Короче, 10, 11, 12, 15, 20. Мультика нету. Слава труду. А мультика нет. Саня, ну где же ты? Я так уже соскучился за твоими шутками. Встал сегодня в 7 утра. Что там? То дворник. Сделали во дворе шлагбаумы мы. Так что нормасик. Так, ребятки, ну что, покажу, что будет. Такого... А, хотел вам рассказать историю. Все-таки... В общем, очень часто так бывает, прислал мне парень на оценку. То есть, понимаете как, я никого не трогаю. Но если ты присылаешь человеку, профессионалу на оценку предмет, я, конечно же, многого не знаю. Но когда ты присылаешь явно завышенный по цене предмет, это говорит о том, что его продать практически невозможно. Ну так вот. Не буду тянуть. Значит, шкатулка. А, да, она классная, ребята, но она просто вот такая. Это там не производство, не Фаберже, ничего. Ну, да, там какой-то нарисован, по-моему, римлянин. Ну, обычный сюжет там. Да, она в своем роде какая-то уникальная. Но вы сейчас в шоке будете, вы просто в шоке. Готовьтесь, присядьте, если стоите. В общем, Чурчхелла мне написал на почту. Он там вот такую развел о ней, кто ее делал, и кто, я, говорит, ее изучал. Да что там изучать? Ну что там, шкатулка 19 века, что там изучать? Итог, 84-я проба. Эмали, повторюсь, отакусика. 2 миллиона гривен. 2 миллиона. Я ему говорю, шановный, на аукционах стоят вровень такие же. Вообще классные, обалденные. Ну, 30 тысяч гривен. Это вообще, это для нее... Ну, вы ж не забываете, что вес тоже должен быть, а не... Да, красивое изделие, да, в каком-то роде уникальное, да, 19 век, и что? Ну и что? Ну это же не делал мастер, который, там, она не подписная, бред, 2 миллиона. Начал меня оскорблять, вот в чем фишка, начал меня оскорблять. Да ты там типа барыга, да ты ничего не понимаешь, да, ну все как обычно. Они вот, если им не нравится, как ты отвечаешь... 2 миллиона выставляет под разными никами, то ли аферист какой-то, ну какой-то гидроша. Я ему написал, говорю, ты, Чурбачхелла, блин, давай встретимся, и я тебе эту шкатулку затусую, будешь ходить серебром 84-й пробы за такие слова. Вот. И он там с обидками. Он мне так отвёл, грубиян. Конечно, грубиян. Для таких гамадрилов, конечно. В общем, его забанили на OLX. Его забанили еще на каком-то сайте. Ну,
Понимаете как? Что говорить? Ну, такая... Вот такое чудо природы. Так, друзья, приехал я от Сани Манкевича. Сейчас покажу вам, что удалось купить. Девочка лепит снеговика, Киев. Подписная, но тем не менее интересная. Серебришка. Это я на рядах купил. Пульками стреляет пестик. Уникальная покупка. Зажигалка новая, газовая, Олимпиада. И редкие значки, тяжелые. Весь набор вот целый. Ну, вот такие покупочки. Я считаю, фешенебельно. Красота.